Привет, ребята, это Мэтт Кор и курс ControlPaint.com, и сегодня мы поговорим об указателях цвета. Тема может показаться не особо интересной, но если вы рисуете в фотошопе, то вам придется очень много пользоваться указателем цвета. И самый распространенный вот этот. Это основной указатель цвета, но я также хочу рассказать об альтернативах, чтобы вы могли выбрать самый удобный для вас. В основном указатель цвета мне, во-первых, нравится то, что ему можно назначить быструю клавишу. То есть, если нужно, я могу быстро его скрыть, а затем также быстро снова вызвать на экран. Для моего рабочего процесса это очень важно. Но указатель большой квадратной формы в нем слишком много лишней информации. Поэтому, если вам не нравится такой вариант, то можно поискать что-нибудь еще. Во-первых, давайте взглянем на панель цвета. Ее можно найти нажав на окно "Цвет". И вот она, эта панель. Как вы видите, эта панель уже небольшого размера, и это может стать серьезным плюсом. У меня видны только параметры тона, насыщенности и яркости. Если вы хотите, можете добавить и другие параметры. Но именно комбинация тон, насыщенность, яркость самая удачная для работы в цифровой живописи. Эта панель отлично подходит для внесения небольших изменений в цвет. Вот у меня фиолетовый цвет. И если мне нужно сделать его темнее, не изменив тон, то мне нужно лишь передвинуть один слайдер. Если я хочу добавить насыщенность или уменьшить ее, то мне нужно использовать отдельный слайдер. Это вообще очень техничный и практичный инструмент. Чем больше вы узнаете цвет, тем сильнее этот инструмент кажется вам самым лучшим. Если он нравится вам, просто здорово. Эта панель очень маленькая, ее можно прикрепить к другому окну, и в общем это хорошая замена обычной панели. Но, честно говоря, есть недостаток. С каждым слайдером приходится работать в отдельности. Иногда это удобно. Но мне нравится работать с двумя осями сразу. Вот я добавляю насыщенность, увеличиваю яркость. Также я могу изменить тон по диагонали. Это то же самое, что использовать сразу два разных слайдера. И вот у меня есть еще одна панель. Она называется Colorless. Это сторонний плагин, который мне прислали разработчики. Вообще довольно крутая штука. И если вы пользовались Color Painter, этот инструмент должен быть вам знакомым. Есть несколько приятных моментов и несколько не особо удавшихся функций. Мне нравится, что очень многое вы можете сами настроить под себя. Можно выбрать отображение в форме треугольника или квадрата, можно выбрать полную цветовую градацию или же простые образчики цвета. Вот, например, если выбрать отдельный цвет, то можно создать образчики цвета внизу окна. Вот у меня тени и темные тона. А вот светлые оттенки одного цвета, посмотрите. Это может пригодиться. Можно кликнуть на каждый образчик и поработать с ним. Кроме того, есть удачные и удобные быстрые клавиши, которые позволяют хранить ранее созданные вами образчики. В общем, честно говоря, это очень гибкий инструмент. Но в нем недостаточно полно отражена взаимосвязь цветов. Я говорил об этом в уроках по теории цвета. Мы использовали с вами цветовой круг. Этот круг показывал разные позиционные взаимоотношения, позволяющие создавать цветовые схемы. Ну, например, ну, противоположные друг другу на цветовом круге цвета. Это называется комплементарные цвета. Ну, так вот проблема в том, что этот инструмент и выглядит как цветовой круг но по факту очередность цветов в нем неправильная. К примеру, если вы выберете красный, то комплементарный ему цвет согласно правилам зеленый, а вот в нашем случае напротив красного бирюзовый. То есть это на самом деле не настоящий цветовой круг. То есть вам лучше не опираться в работе на очередность цветов в палитре, вам лучше придерживаться обычной схемы. Но это не беда. Даже в этом случае я считаю, что Colorus это крутой указатель цвета. К тому же у него большой и удобный интерфейс. И поэтому, если вы работаете на планшете или планшетном компьютере, вам будет удобно работать с этим указателем. Я знаю, что вы будете пользоваться одним указателем, это понятно. Но вот каким. И я советую попробовать все три. Colorus это платная программа, ее можно скачать, бесплатную демо-версию стоит попробовать. Но выбор цвета это основополагающий элемент работы в живописи. И интерфейс, при помощи которого вы выбираете цвет, неизбежно повлияет на то, как воспринимаете цвет вы. Поэтому мне кажется, что какой-то один указатель будет соответствовать вашим представлениям о свете лучше остальных. Нужно лишь найти его. Удачи в выборе цвета и указателей.